На фэшн-карте Днепропетровска появилось совершенно уникальное место, в котором безграничная любовь к моде объединяется с трепетным отношением к каждому клиенту. Галерея модных марок здесь состоит из непревзойденных образов высокого стиля. Обновленный бутик Моне распахнул свои двери для самых преданных друзей. Хотели найти что-то такое, что соединяет в себе все плюсы Европы, Украины, мира, всех бутиков, но сделать его индивидуальным. Основным акцентом обновленного концепта Моне стало само пространство бутика, в котором каждая деталь соответствует духу времени. Истинная европейская атмосфера в сочетании с лаконичным дизайном и чистыми линиями воплощает высокую философию моды для избранных. Днепропетровске не хватает кусочка Европы, кусочка того места, где клиент может прийти и почувствовать себя, наверное, за его пределами. Создатели обновленной концепции Моне воспринимают моду как искусство, мечту, удивительную историю, рассказанную на языке ярких и авангардных образов. Пространство обновленного бутика – это без преувеличения 3 этажа роскоши. Здесь гармонично сосуществуют изысканный кэжуал и непревзойденная классика, мужское и женское, золото и оникс. Интерьер, разработанный легендарным архитектором Франческо Фреза, лишь подчеркивает эксклюзивность каждой коллекции, а концепт «Shop-in-Shop» превращает модный шопинг в удовольствие. Модная тенденция – это состояние души, это настроение, с которым ты приходишь в бутик. Я очень надеюсь, что на сегодняшний день в нашем магазине с таким дизайном, с такими брендами настроение будет всегда на высоте. И все, что вы не выбрали бы, это всегда будет модной тенденцией. Симфония роскоши теперь звучит в Моне особенно впечатляюще. Живанши, Алая, Дайан фон Фюрстенберг, Зили. Здесь представлено более 20 модных марок, каждая из которых является квинтэссенцией высокого вкуса. В день открытия обновленного шопинг-пространства не обошлось и без приятных сюрпризов. Бутик Моне с эксклюзивной презентацией посетил представитель компании Морески Марио Феррари. Я получил приглашение приезжать не Днепропетровск, потому что это первый раз для меня, потому что мы открываем новый корнер нашей компании тут. О моде в обновленном Моне говорят как о самой большой любви, не забывая о том, что каждая эксклюзивная вещь прежде всего подчеркивает индивидуальность своего владельца. Для нас, для Моне, самое важное – это наш клиент. Это то, чтобы он был доволен. В сети бутиков компании Моне присутствует очень гибкая система лояльности абсолютно для всех наших клиентов. Система дисконтов, подарочные сертификаты. Обновленный бутик Моне вдохновляет и влюбляет в себя с первого взгляда. Ведь сегодня шопинг здесь – это не просто источник хорошего настроения, но и возможность создать собственный неповторимый стиль. Меня все впечатляет. Все очень красиво, все очень замечательно, приятные люди здесь работают, приятные продавцы. Впечатления очень яркие, действительно очень удачный магазин, сделано все на очень высоком уровне. Мода как искусство. Этот принцип для Моне Fashion Group не просто красивые слова, а руководство к действию. Ведь здесь, в отличие от других бутиков, стиль не копируется, а действительно создается. От акцента к акценту, от марки к марке, Моне воплощает изысканный вкус и становится символом благородной роскоши.